В Минске проходит обкатку электробус формата «Мини». Более маневренная и компактная версия пассажирского экотранспорта, а его длина составляет 9 метров, в первую очередь предназначена для курсирования по небольшим городам. Поэтому линейка мини-электробусов в основном будет поставляться на экспорт. Первыми опробовать удобство и мобильность новых моделей смогут жители Грузии. В начале следующего года 8 мини-электробусов отправятся в Батуми. Сегодня в мире существует масса городов, масса небольших районных центров, где, к сожалению, существует ограниченная маневренность. То есть это узкие улицы, это узкие перекрестки. Мы прогнозируем, что именно такая модель, укороченная, с укороченной базой, с повышенной маневренностью, с подворачиваемой задней осью, будет востребована именно в таких городах. На одном заряде мини-электробус может проехать почти 200 километров и перевезти до 75 пассажиров.